Как попасть на стажировку в компанию своей мечты? Ответить на этот вопрос призван всероссийский портал-агрегатор вакансий bankstazhirovok.rf. Это новый проект молодой гвардии «Единой России». Его презентация прошла в Аграрном университете имени Горина. На едином интернет-сервисе представлены вакансии крупнейших организаций и список партнерских вузов. Здесь зарегистрировано почти 200 потенциальных работодателей из 40 регионов страны. Возможность пройти бесплатную стажировку на лучших предприятиях уже получили более 1300 российских студентов. Создатели портала приглашают к сотрудничеству и белгородских работодателей. Так как все люди молодые, достаточно пока еще не обремененные там, ни семьей, ничем, это да, довольно-таки интересно. Вот, поехать в другой регион, получить практику, возможно, устроиться туда на работу. Но опять же, скажем так, что наши студенты, выпускники вузов нужны для работы в Белгородской области. Простая регистрация, возможность отправлять резюме сразу в несколько компаний и напрямую в онлайн-режиме общаться с возможными кураторами. Студенты Белгородского аграрного университета имени Горина уже заинтересовались новым порталом. Если я решу для себя то, что пора, почему бы нет попробовать себя в таком проекте? Стажировка, конкурс, отбор, конкуренция. Конкуренция делает лучше. Поэтому в любом случае, если даже не пройду, то я как-то, да, получается, развиваться буду. Открываются большие возможности, потому что, я думаю, можно даже не по специальности что-нибудь подумать. Вот, и очень интересный проект.